Ну, есть два варианта. Либо он и так дублирует экраны, либо он их удлиняет. Если удлиняет, то просто перетащить на правую сторону. Ты диск же втыкаешь, нет? А, самый последний, DVI. DVI разъем. Да. Нормально загружается. Ну, 5 лет. Я тебе говорю, есть два варианта. Я не помню, какой там сейчас стоит. Либо дублирование экрана, вам ничего не надо делать, либо удлинение экрана. Тогда перетаскивайте видеоплеер в правую сторону. С ярлыками? Ярлыки видите? Меню пуск видите или только...